дорогой, открой рот. 10 лет. Прекрасный срок. Поздравляю сегодня всех. Сегодня, господа, прекрасное настроение, потому спешу поздравить всех победителей, всех проигравших, всех даже, кто участвовал, не участвовал. Всех поздравляю с десятилетием телепередачи «Открой рот». Мне приходилось несколько раз сидеть в жюри, что там происходит, я так и не понял, зачем все это нужно, мне неизвестно. Но если столько приличных, порядочных людей участвуют во всем этом, значит, это все необходимо, и мы будем это всячески поддерживать. Что хотелось бы сказать. Все мы знаем, что отец-основатель телепередачи «Открой рот» – это граф Михаил Фаустов. Миша, обращаюсь лично к тебе. Я перестал видеть свежесть при наших встречах на твоем лице. Береги свое здоровье. Все эти перелеты тебя дичайше изматывают. Потому поезжай в какой-нибудь отпуск. Вот переезжай, допустим, в Геленджик. Здесь сейчас довольно прекрасная погода. Еще раз, всех с десятилетием «Открой рот». Все, ребята, всем счастья и удачи.